Сегодня выставка вооружения в Нижнем Тагиле принимала высоких гостей. Russia Arms Expo посетили председатель российского правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В сопровождении губернатора Евгения Куйвышева глава правительства осмотрел экспозицию выставки. О развитии свердловской промышленности председателю правительства рассказал глава областного Минпрома Андрей Мисюра. Он сделал акцент на развитии авиастроительного кластера, целью которого станет создание линейки беспилотников. Дмитрий Медведев поддержал идею создания на Среднем Урале центра лазерных технологий. Не пропустил глава правительства и нашумевшую новинку от УВЗ танк Т-14, сделанный на платформе «Армата». Также Дмитрий Медведев принял участие в торжественном открытии Russia Arms Expo, где заявил, выставка вооружения не будет менять прописку. По сути, губернатору Евгению Куйвышеву удалось сохранить Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. Площадка не только получила международный статус, но и гарантию председателя правительства.